узнала, что у нас в городе работает школа управдома. Семинары для тех, кто управляет своими домами. Подскажите, насколько эффективно занятие? Стала председателем ТСЖ и хочу успешно работать. Естественно, школа это очень помогает, потому что и раньше мы наставили на этом, что было. Я вот член совета по ЖКХ, и член ТОС Юго-Центрального вот уже много лет. Поэтому тогда ставили то, чтобы была эта школа, и администрация поддержала эти туда, даже с инициативой выходили тоже. Поэтому председатели же меняются. Это ладно, я там бессмертный, можно сказать. Но и тоже уже возраст, да, дорабатываю последние года. Поэтому эффективно. И мы сами, вот председатели ТСЖ, они даже администраторы нас спрашивают, что включить в эту школу, больные такие вопросы. Потому что законодательство постоянно меняется. Поэтому мы вопросы туда включаем. И уже специалисты с администрации приглашают и другие с архитектуры, еще других, с общества прав потребителей. И они обучают людей вот именно те вопросы, которые необходимы. И особенно, когда меняется законодательство. А оно меняется каждые полгода. И уследить за этим трудно. Да и председатели ТСЖ, домком, не только председатели, там и домкомы. Вот. Они же тоже меняются. И поэтому людей надо постоянно обучать. Это очень эффективно. Школа управдома. И надо ее продолжать. Она и будет продолжаться постоянно. До этого у нас были АДН, вот это надо было, как оно убиться. И сейчас еще люди не до конца знают, как расчеты, там это все тонкости. Но сейчас вот региональный оператор по сбору мусора. Естественно, не только люди, жильцы там, или мы знаем, даже начальство в крае не знает. Вот у нас отложили даже введение этого регионального аппарата. Нужно подготовиться.